Добрый день. Добрый. Надо мне 5 комплектов марок на 23 рубля. 5 конвертов? Комплектов. Нет, там какие-то два судебных было. Ну, скорее всего, уже ушли. Нет, да? Ну, спасибо. Здравствуйте. 5 минут. А вас кто-то приглашал? Или вы следите? Меня мой оператор пригласил. А что, она не может продать марки? 23 рубля по 5. Она у нас все может. А в чем проблема? Скажите, вы выполнили требования, которые были уведомлены 27 числа? Все, все поступившие письма, которые могли бы вступить, отправили вы их назад? Вам пришел ответ, вам почитал? Я понятия не имею. Ожидайте, пожалуйста, ответ, вам все напишут в письменном виде. А скажите, а как их вот поделить? Ну, то есть здесь можно будет, да, поделить? Если устраиваете. А, это на каждый комплект, да? Поделайте, сейчас я поделаю.
115 рублей. 15 будет? Сейчас посмотрим. Раз там девушка у вас говорила, что какие-то письма есть, выдайте мне, пожалуйста, все, что есть. Извещений у меня нет. Вы уведомлены, что куда вы их носите, я понятия не имею. Паспорт можно? Да, конечно. Там где отопление и 35 рублей еще. Будет у вас? Да. Продолжение следует...
Без извещения получаете? А вы кому доставили? Объясните. По адресу, на который указано написано. Ну так а... Там не проживаете? Нет. Там где проживаете? Вам указано было все в заявлении, и на видео 26-го, 27-го вы об этом были в курсе. Все остальное, данный видеоматериал, является уже предметом уголовного разбирательства, в том числе причастности вас к незаконному. А знаете, сейчас самоизоляция. Я знаю прекрасно, ваши вчерашние действия, это является прямой угрозой применения насилия, которую вы организовали против меня. Против вас? Да. Организовали? Да. Вы фальсифицируете соответствующие судебные акты, которые, документы, которые будут предметом судебного разбирательства. С учетом того, что имеются достаточные связи и доказательства причастности судей к незаконному обороту наркотических средств, то вы являетесь ими соучастниками. О чем вам было сказано? И вы были уведомлены. Фальсификация дел судебных, точнее материалов судебного разбирательства. Вы уведомлены надлежащим образом. Согласно действующему законодательству, вы поступать не хотите. Применяете принудительные меры. Работаем в рамках. В рамках закона вашего что-то как-то не закона, одно письмо, которое от нас, относится к именно к судебным делам, ни одно судебное письмо с нарушениями с вашей стороны, но именно не конкретно с вашей стороны, а с вашего предприятия, не было доставлено. Поэтому вы извините. Трактуйте как хотите, но ваша причастность полностью в этом запечатлена. И умысел имеется. Тем более незаконная слежка. Вас никто не приглашал. Да, никто вас не приглашал, у меня отпускает надлежащим образом компетентный оператор, который, компетентности у него нет никакого, вот тут хотя бы позаботились о нем. Он находится без соответствующей маски, контактирует с людьми. Вы тоже. То есть представляет особую опасность, вы в том числе. Вы тоже, пожалуйста, за желтую линию пройдите, вы нарушаете правопорядок. Зайдите за желтую линию, иначе мне придется вызвать оперуполномоченных. Зайдите за желтую линию. За желтую линию. Вы нарушаете дистанцию. Меня обслуживает данный оператор. Я нахожусь у прилавка. Еще раз говорю, вы нарушаете дистанцию 1.5 метра. Желтая линия специально наклеена, чтобы вы не нарушали дистанцию. А вы не нарушаете между собой? Я вижу, у вас намного меньше дистанции, вы стоите возле оператора, мешаете ему работать. Мешаете ему работать. У вас рабочий день закончился, так понимаю, да? Да, больше всего. Ну, с учетом того, что у вас закончился рабочий день, я вас больше задерживать не буду. Оставьте эти песни, пожалуйста, до завтра. Так как мне завтра судебное разбирательство, я еще буду в городе Смоленске. Если они не требуют отлагательства, то прошу их отправить к соответствующим знакам. Все, спасибо. Вы завтра придете? Если будет время у меня. Хорошо. Так как я здесь постоянно не нахожусь. Хорошо. Все, спасибо.